Процентные ставки по кредитам могут быть снижены, пишет российская газета. Комплекс мер по снижению процентных ставок по банковским кредитам будет сформулирован в течение недели. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Российские власти пытаются найти способы оживления экономики, рост которой стремительно замедляется, несмотря на высокие цены на нефть. Одним из тормозов развития, по мнению чиновников, являются как раз завышенные кредитные ставки.